встретиться с сербской командой ИБЦ. Соперник довольно опытный, были хорошие игроки, хорошие снайперы, мужички на опыте, которые хорошо двигали мяч, но луки отдавали. Было немножко тяжело, но мы хорошая команда, на энергии вышли сразу с самых первых минут, показали, что мы можем, и вот сделали. Дальний отскок у сборной России, Харков сверху. Мы хорошо реализовали движение мяча в нападении, все двигали мяч. Хочу выделить Егора Евстафьева, который отдает эти бешеные хуки, и я хочу так же. Вот. Хорошо двигали мяч, агрессивно шли на подбор. В принципе, стальной. Сделали все, что было задано тренерами. Выводы делать рано. У нас многое, что нужно исправлять. Конечно, были красивые моменты, много хороших, но количество потерь, их 17, нужно убирать. Нужно больше давления на мяч, больше движения, принятие быстрейшего, скорейшего решения, как нападение, и после нападения перехода в защиту. Конечно же, мы сделаем свои выводы, проведем анализ. Победа есть победа, но самое важное, что ребята сейчас каждый день, каждую тренировку, каждую игру делали шаг вперед. Делали шаг вперед с помощью нас, со своей работой, со своим самоанализом. И мы продвигались и двигались к поставленной цели.